Політика UA в ефірі парламентського. Я вітаю усіх наших глядачів. Гостя нашої студії – народний депутат України Наталія Королевська. Наталія Юріївна, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, проблеми із субсидіями ми з вами обговорювали під час нашого минулого ефіру. Я нагадаю, що ці проблеми виникли після того, як уряд посилив вимоги до утримувачів цих субсидій. Днями ви були в Переяслав-Хмельницькому. Які тенденції спостерігаються у цьому місті? Чи схожі вони із тими, про які ви говорили по інших регіонах країни? На протяжении только последних вот нескольких месяцев мы проехали 7 областей Украины и можем сказать абсолютно ответственно, что ситуация катастрофическая абсолютно везде. Потому что решение правительства сегодня лишить как минимум 50% людей, которые получали субсидию, такого права. И... Чи правда, что цифры сягают навіть... подекуди 60-70% відмов від тих, хто раніше отримував ці субсидії. Наприклад, в Павлограді 23 тисячі чоловік отримали субсидії, і зараз тільки 20% мають право автоматичного отримання і продлення субсидій. Тобто навіть 80% відмов. Так, тому ситуація дуже страшна. Зараз ще її не дуже прочувствовали люди, тому що не сезон, прийде осінь. И вот на это все рассчитано, чтобы людям просто выставить полные счета за отопление, за услуги. И, соответственно, у людей, конечно, не будет на это сегодня средств и возможностей. Пані Наталя, а какие причины відмов? Постановление прописано, знаете, уникальным способом. Просто как вот отобрать у людей право получения субсидии. Например, если человек не является плательщиком единого социального взноса 3 месяца, его лишают субсидии. Мы знаем, что сегодня долги по заработной плате приближаются к 2 миллиардам гривен в нашей стране. То есть, даже официально працевлаштованная людина может не сплачивать из объективных причин. И если человеку задолжали зарплату больше, чем на 3 месяца, он является неплательщиком ЕСВ. И тогда этого человека, помимо того, что его есть задолженность по зарплате, вот сегодня бастуют шахтеры, у нас есть такие же проблемы и в ряде других отраслей. И вот помимо того, что людям не дают сегодня зарплату, их еще и лишат права субсидии. Второй нонсенс, да, если есть человек безработный, который даже зарегистрирован в центре занятости, его все равно лишат субсидии. Если есть студент, который прописан, но он проживает в другом месте, его все равно будут считать как члена семьи. Если семья не проживает вместе, муж живет там в одной жилплощади, супруга живет в другой жилплощади, то их посчитают мужа и к супруге, а супругу еще посчитают к мужу. То есть они задваивают тем самым доходы семьи, и, соответственно, 2 семьи тогда лишают субсидий. И масса нюансов. То есть сейчас заставили всех переселенцев пройти перерегистрацию, пройти почти все многодетные семьи. Сейчас они создают комиссию по обследованию жилища. Если человек вдруг получил наследство, это наследство там, квартира, в которой он раньше жил, то его тоже лишают права субсидии, потому что оказывается, что у него там какие-то доходы. Наталія, чи є на сьогоднішній день якісь уніфіковані механізми, яким чином відновити своє право на субсидію? Сьогодні ми требуємо, і профільний парламентський комітет соціальної політики підтримав наше предложення, це требування від правительства, відмінити це постановлення і людям автоматично переназначити субсидії. І прекратити просто вот це построєння поліцейського государства вместо соціального, коли... ну, все понимают, что эти тарифы, которые сегодня есть, а то, что они еще хотят осенью их поднять, да, не переживет ни одна семья, где даже полноценно работающие люди. Потому что ну вот, с 1 июля они нам обещали поднять социальные стандарты. Да, и вот мы увидели, да, как они их подняли. Вот, допустим, пенсию некоторым людям, самым счастливым, подняли на 2 доллара в месяц, да, а кому-то подняли там, на 10-14 гривен. Прожиточный минимум подняли, по-моему, там на 77 гривен. Да? Но это при том, что постоянно растут тарифы, лишают людей субсидий, то, что растут абсолютно на все цены, что инфляция, к сожалению, даже всегда у нас летом была остановка инфляции, снижение цен на продуктовую группу, то в этом году мы даже не видим снижения цен на продуктовую группу. Есть вопросы большие с урожаем в связи с природными условиями. И, конечно, осень будет очень сложной. Поэтому мы говорим, вы хотя бы людей сегодня не нервируйте, да не создавайте эти стрессы.
переназначьте субсидию, чтобы человек хотя бы понимал, что хоть крышу над головой он сможет оплатить. Так помимо того, что они лишают субсидий, они еще уменьшают и социальные нормы. То есть они постоянно загоняют людей в то состояние, чтобы сидели в абсолютно холодных квартирах, без света, без воды. И вот в таких вот условиях человек радовался, что он живет при этой власти. Пані Наталя, а чи аналізували ви останні дані Держстату, які демонструють доволі позитивні тенденції, зокрема і в соціальній сфері? Знаете, я вчера по этому поводу общалась с министром социальной политики, он тоже меня убеждал о том, что, ну вот вы же посмотрите, мы перешли к фазе экономического роста. Вот у нас реальні сейчас... заробітні плати зростають. Да, зарплати растут, все растут. Я его когда послушала, я ему сказала, ну, знаете, у нас всегда были вопросы к статистике, потому что это достаточно условно, да, то есть, как сказал кто-то, есть статистика, да, большая, ну как, есть большое вранье, есть малое вранье, да, есть статистика, да, поэтому... Тут каким чином рахувати, под каким кутом это повернуть, так? Статистика тоже, ну, не является главным показателем благосостояния людей, да, то есть это тенденция, которую используют для определенных расчетов и просчетов, то для меня лучший показатель улучшения жизни людей, да, либо ухудшения, это рождаемость детей, это смертность в стране, это заболеваемость в стране, это количество созданных рабочих мест, это уровень реальных заработных плат, это покупательская способность сегодня людей. И если мы смотрим вот по таким показателям жизни, то мы видим, рождаемость катастрофическими темпами сокращается. Это просто демографический кризис, который наша страна еще не переживала за годы независимости. При этом власть делает вид, что они этого не замечают. Это подтверждает то, что им просто не нужны сегодня граждане в стране, чтобы их было много, чтобы были здоровые, чтобы была молодая кровь в стране. Поэтому все программы по стимулированию рождаемости, по поддержке семей с детьми у нас в стране просто заблокированы. Выплаты при рождении сокращены почти в 10 раз, и они не индексируются. Выплаты детям до 3 лет как отменили в 2014, так они их и не восстанавливают. Мамам-одиночкам как отменили выплату, так ее и не восстанавливают. То, что поотменяли там льготные категории детские садики, школы, вот они категорически сегодня решили, что дети нам в этой стране не нужны, потому что для них нужно дорого потом строить школу, учить их, лечить не хотим. Да? Вторая категория, да, сегодня здравоохранение. Мы понимаем все, у нас никогда не было той системы здравоохранения, в которой бы мы были радостны, счастливы, но, по крайней мере, человек понимал, да, что он может пойти бесплатно полечить зубы, да, и там, конечно, как-то там поблагодарить за хорошую работу стоматолога, но это уже была такая благодарность, скажем, да. Мог обратиться в больницу, получить консультацию педиатра. Мы все знали, что если у тебя родился ребенок, то тебя наоборот будет доставать медсестра с роддома и контролировать, правильно ли ты сегодня ему обеспечиваешь уход. Что не дай бог ребенок заболел, всегда приедет скорая, всегда. То есть это был закон, если у ребенка температура. Не уже сегодня температура, это уже є недоступным. То что мы сегодня получаем, да? У нас с 2020 года в скорых будет работать парамедики. Я говорю, ну тогда уже лучше сразу патологоанатомов, да, потому что это в принципе скорая, которая приедет и зафиксирует факт в лучшем случае, что у тебя есть там температура, гипертонический криз, там, или не дай бог с тобой еще что-то случилось. Но она уже не сможет оказать тебе помощь, а сможет в лучшем случае доставить тебя в больницу. Сегодня медицинская реформа еще направлена на что? На то, что ряд районных поликлиник будет закрыто, потому что они не будут соответствовать тем как бы нормам, которые заложены в реформе здравоохранения. Люди Донецкой и Луганской области, контролируемой части, сегодня, по большому счету, вообще будут лишены права медицинского обслуживания, потому что там, ну, в лучшем случае на одного врача приходится 10-15 тысяч пациентов, да, а эти требуют только 2 тысячи. Колоссальная нехватка кадров, потому что сегодня берут молодежь, вчера закончивших университет, и завтра им дают по 2 тысячи пациентов, и мы понимаем прекрасно, ну, качество той медицинской помощи и далее и тому подобное. Но что самое катастрофическое, вчера проходило совместное заседание двух комитетов парламентских, социальной политики и здравоохранения. Приехали представители всех областей Украины. И был простой вопрос задан Министерству здравоохранения. С 1 июля у нас отменена медицинская субвенция. То есть представники были министерства? Да, да. С 1 июля у нас нет сегодня программы финансирования инсулина, гемодиализа, вакцин. То есть на местах, ну, происходит катастрофа, когда люди не могут зависимо от медикаментов получить ту помощь, на которую они точно рассчитывали.
Потому что ну, самому сделать гемодиализ, процедура там от 1200 гривен и выше стоит. Да, это одна процедура, их нужно там как минимум 1-2 в неделю делать. И сейчас они заблокировали это финансирование. Министерство говорит, деньги уже ушли. Там бюджетный комитет решение принял. И тут сидят все области, да, все управления, которые говорят, да, на бумаге вы нам прислали, да, но денег мы не получили. Уже июль месяц, пока мы их получим, пока мы проведем закупки, пока мы обеспечим медикаментами, у нас ну, люди, они сейчас нуждаются. Это какие-то тут бюрократичные процедуры, чи знаете, в чем причина? Это вот просто шок. То есть мы вчера приняли двумя комитетами решение о необходимости отставки исполняющего обязанности министра, о необходимости сегодня приостановки адаптации реформы для Луганской и Донецкой областей, потому что они сегодня не могут в этих нормативных требованиях эту реформу применить. Тут, там потребуем окремо какие-то специфики. Конечно, так? Да. То есть, ну, мы понимаем, там война идет, да, то есть ну, нельзя сегодня такие вообще вредительством таким заниматься. И третий вопрос, это, конечно, сегодня расследовать и разобраться, почему те деньги, которые были выделены на систему здравоохранения, на закупку лекарств еще в 2016-2017 году, до сих пор полностью не использованы, и почему сегодня у нас люди вынуждены, ну, просто, как я не знаю, выживать, да, там, искать какие-то всесторонние помощи, в то время, когда деньги есть в Министерстве здравоохранения, они находятся где-то на счетах, они там получают какие-то проценты, да, но медикаменты сегодня до не уходят не доходят. Да, до людей. Пані Наталя, скажите, яка ситуация із поданням до Конституційного суду щодо скасування медичної реформи? Мы подали это обращение, оно зарегистрировано. Позиционный блок вместе с коллегами из других фракций, более 50 народных депутатов подписало. Но мы же видим, у нас Конституционный суд настолько независим, что он, по-моему, независим вообще от всего, что происходит в стране. Они когда хотят, тогда они рассматривают, когда они не в настроении, они могут годами рассматривать эти вопросы. Но по пенсионной реформе, если я не помиляюсь, певні решения Конституционного суда ну, знаете, мы когда? Уже отримали. То есть, маленькими шажочками, но мы все-таки, как вода камень точит, мы не сдаемся и дальше эту ситуацию контролируем, мониторим. То есть, да, мы добились того, что было незаконное налогообложение пенсии работающих пенсионеров, что незаконное было антиконституционная норма запретить людям уходить за полтора года до пенсии на выслугу в случае, если разорваны отношения с работодателями. То есть, да, есть небольшие победы, но это, безусловно, недостаточно, чтобы исправить ошибку. Потому что вот если вернуться к пенсионной реформе, то они поменяли коэффициент. Да, был коэффициент расчета пенсии 1,35. Они сделали один, да, мы им объясняем. Но тем самым вы просто заморозили сегодня людям их реальные заработанные пенсии, их реальные стажи. То есть хорошо, вы уже увеличили там, что нужно больше страховой стаж, вы уже там поставили массу всего, ну вот это уже там как-то там сложно люди переживают, да. Но верните хотя бы коэффициент 1,35, это позволит сегодня, хотя бы скажите, с 1 января 2019 года, да, то есть давайте мы сейчас концентрируем ресурс, но мы дадим людям их заработанные деньги. До речи, стосовно коэффициенту, вы зареєстрували відповідний законопроект. Профільний комітет одноголосно підтримали. Всі прекрасно розуміють, що сьогодні немає другого механізму. Логіка проста – повернутися до попереднього, так, коефіцієнт? Звісно. Коефіцієнт, який був розрахований, обоснований, не так просто, що ми единичка, більше подобається, ніж 1,35. От логіка їх прийняття рішення. А це суттєво вплине на розмір самої пенсії? Ну, на 30%. Поэтому в нынешних условиях это уже не так много, как там, позволило бы человеку чувствовать себя, хотя бы как он чувствовал себя там, с пенсией в 2013 году. Мы вчера тоже общались с министром, он мне рассказывая о их экономических победах и социальных завоеваниях, я говорю, вот поймите, вы поднимаете пенсию на там, 2 доллара там, теоретически человеку. Вот если посмотреть и сравнить 2013 и 2018 год, да, в 2013 году курс доллара был 8, да, и пенсия у человека по тому курсу была 118 долларов. Это минимальная была пенсия. Средняя пенсия по стране была 190 долларов. Да. Это немного, да, но это хотя бы позволяло человеку хоть немного там, гарантированно себе купить, покушать, какие-то лекарства себе обеспечить, ну и хоть трошечки смотреть уверенно в завтрашний день. Что вы сделали? В 2018 году у нас минимальная пенсия с этим дурным курсом, со страшным рывком цен, тарифов и всего остального составляет 54 доллара. То есть вы в два раза обманули всех пенсионеров. Да?
Вы в два раза сегодня у людей отобрали право, заслуженное, заработанное право, получать свои деньги. Какой мы сегодня говорим справедливости? Система здравоохранения вы сегодня все переводите в платную медицину, страховую медицину вы сегодня не внедряете, да? Систему пенсионного обеспечения второй уровень вы блокируете, вы не внедряете, чтобы хотя бы кто сегодня работает, уже хоть как-то могли бы сегодня себе эти деньги засчитывать в будущую пенсию. Нет, вы это блокируете, и здесь вы всем выставили эту минимальную планку с этим коэффициентом, страховым стажем и так далее. До речі, стосовно справедливості. Дещо, якщо не сказати зовсім протилежні тенденції, спостерігаються сьогодні у великих державних корпораціях, де ми знаємо, що премії встановлюються незалежно від будь-яких прожиткових мінімумів. Чи правда, що ви також ініціюєте законопроект, яким пропонуєте обмежити рівень премій саме у державних корпораціях? Да, спасибо, що ви об этом знаєте. Прошлая неделя комитет парламентский единогласно поддержал мой законопроект о том, чтобы у нас точно никто не мог получать там заработную плату выше заработной платы хотя бы министра. То есть там средняя где-то 30 тысяч гривен, да, то есть точно уже хотя бы больше 30 не получаете. Вы же совесть хоть какую-то имеете. Потому что сегодня, когда у него 1,5 миллиона зарплата, плюс он себе премию еще 1,5 миллиона насчитывает, и у нас сидит корпорация, да, например, ну, это Укрзалезница, да, каждый день растут цены на билеты, они нам рассказывают, в каком они там состоянии тяжелом финансовом находятся. Мы, когда ездим в этих поездах, не знаешь, где эту дырку заткнуть, потому что со всех щелей дует, все грязное. При этом они каждый почти месяц повышают тарифы на перевозки. И при этом они сидят по 3 миллиона гривен, получают заработных плат. Понятно, а звідки берутся зі стелі такі цифри? Вони на щось орієнтуються? Ну, они говорят, что у них уже Европа, у них вот уже у них европейские заработные платы, да, у них европейские сегодня тарифы. Они сейчас европейские цены на обслуживание системы здравоохранения применяют, да, то есть они по-европейски отменяют, у людей забирают субсидии. Но только Европа, она должна быть сбалансирована, тогда должна быть европейская пенсия, европейская заработная плата в стране, и тогда человек может воспринимать. А у нас Европа только, вот можно список прям приложить, да, у кого сегодня в стране произошло улучшение и видит улучшение жизни, да, там кабинет министров, часть парламента, там часть госкорпораций, я думаю, там ну, максимум 200 человек на всю страну будет, а все остальные люди каждому залезли в карманы, каждого ободрали. Поэтому мы говорим, подождите, ну, это высшая степень цинизма, не могут быть эти миллионные зарплаты и пенсии. А то, что мы видели, как вообще там сотни миллионов себе повыписывали премию «Нефтегаз» в тот момент, когда они поднимают всей стране тарифы, и в этот момент они с этих тарифов забирают деньги, уже вверх цинизма раскладывают себя по карманам. Но я считаю, это вообще уже какой-то просто паралич системы государственной службы в нашей стране. Такого морального потери не было вообще никогда. То есть я не могла бы себе представить, что я министр, вот я всю свою зарплату сразу же автоматически перечисляла в детский дом. Потому что, ну, я понимала прекрасно, что, да, у меня есть мои задекларированные доходы, и я могу себя обеспечить, да, и мы каждый там квартал смотрели, и куда там, и часть моих замминистров тоже перечисляли туда заработную плату. Но у нас мысли не могло себе быть, что можно зарплату себе назначить там 1,5-3 миллиона гривен. Даже подумать так об этом было невозможно. А сейчас это все нагло и цинично происходит. Поэтому, безусловно, что то сегодня правительство, которое боится прийти даже в парламент и отчитаться о своей работе, правительство, которое дальше своих кабинетов боится выйти к людям, потому что они, ну, понимают, что нечем будет ответить человеку на абсолютно справедливые вопросы. Правительство, которое сегодня сидит и работает по программе МВФ и абсолютно не моделирует ситуацию, не анализирует и не понимает, в какую сегодня пропасть они экономическую, социальную заводят страну, оно, ну, безусловно, должно уйти в отставку. И то, что шахтеры уже третью неделю приходят под стены парламента и требуют выплатить их заработанную задолженность по заработной плате. То, что на прошлой неделе выходили чернобыльцы, выходили военные пенсионеры, выходили афганцы. То есть мы видим, что все сегодня социальные группы, выходили женщины, да, требуют сегодня, не дайте нам каких-то денег, да, не дайте нам каких-то там неимоверных льгот.
отдайте то, что нам положено по Конституции. Все сидели 4 года и понимали, что тяжелое положение, что война, что нужно сегодня разделить эту ответственность государством. Но когда видят, что все люди платят военный сбор, недополучают свои зарплаты, провели эту равниловку с зарплатами, когда независимо от квалификации человека получают одинаковую зарплату, да, заморозили пенсии, лишают субсидий, и в это время браво отчитываются чиновники о полученных 100-миллионных премиях, о том, что они сегодня выделяют колоссальные деньги на ремонт всяких дворцов, что они очередные создают министерства, то есть, что у этих товарищей действительно сегодня рост и процветание, а вся страна заплатила за этот рост и процветание, то, конечно, это все приводит к социальным протестам, которые мы сегодня наблюдаем в Украине. Ну, хочеться вірити, що в парламентсько-президентській республіці все ж таки роль парламенту вона буде вирішальною. Якщо... Ну, ні цього. От, к сожалению, вот не этого парламента. Ну, все ж таки підтримка тих ініціатив одноголосна в комітеті. Хочеться вірити, що это і в сесійній залі вона може бути одноголосною. Вже радує. Дякую вам, пані Наталія. Наталія Королевська, народний депутат України, була гостею нашого ефіру. Дякую за увагу і дякую за довіру до парламентського.